Когда у тебя барьер становится, какая же еще тумба? Мы рады приветствовать вас на нашей территории. Знаю, что за бортом проходит воркшоп Вот, значит, ну что хотелось бы сказать. Мы, Леонид Сергеевич, мы не посмотрели еще вживую лабораторию, ты не посмотрели? Ну, в основном у нас будет, там люди были частично, там еще будет у нас там продолжение, и мы там будем смотреть. Ну, я что хочу предложить, значит, первые три года мы лабораторию создали для исследований, значит, болометров на холодных электронных. Сегодня мы под руководством Леонида Сергеевича, значит, уже переходим во вторую стадию, в стадию изготовления этих болометров. Значит, у нас есть технологическое оборудование, которое, значит, первое на пределе, насколько я понимаю, да, происходит, мы, так сказать, следим за этим. Спасибо за вашу поддержку. Нет, да, она... университета было. Вот, поддержка. Причем это и средства финансирования. Да, это вот чисто поддержка университета, так что мы очень рады. Значит, ну, как бы в кругах научных вы тут между собой будете обсуждать, и обсуждаете все вопросы. Задача у нас сегодня такая, мы знаем, что у нас происходит, так сказать, система высшем образовании, да, так сказать, реформирование там и так далее. Нам, а теперь и в академии тоже. Ну, теперь, да, позавчера. Министр недавно было, да, совещание. Могли бы как-то от общественности вынести, нет, только закончилось, после, так сказать, уже вывесили академики письмо. Вот. Но дело не в том, я хотел бы сказать о том, что мы надеемся как раз на лабораторию биогенной наноэлектроники в том плане, что это современные публикации, мы уже говорили с Леонидом Сергеевичем. Публикации там мирового уровня, как сейчас, так сказать, называют, хороших современных, не современных, а значимых журналов с высоким индексом цитирования. Поэтому, безусловно, вот это главное, конечно, науку двигать, это понятно, да, так сказать, вопросов нет. А вот дальше, ну и вот следующий год, сегодня мы опять как бы продолжаем, в этом году есть финансирование, а вот на будущий год необходимо, чтобы лаборатория уже сама так зарабатывала деньги, поскольку, так сказать, ну, в таком большом объеме мы, конечно, всегда помогаем и будем помогать, насколько это возможно, но здесь вот требуются уже какие-то работы, которые помогли бы, так сказать, ну, работать на там, самоокупаемость, как это называется. Дорогие друзья, ну вот с приходом Леонида Сергеевича к нам, у нас эта часть, как мы понимаем, научная составляющая, публикации, Леонид Сергеевич мне как что-нибудь публикует, сразу присылает, я контролирую, все, спасибо. Вот, поэтому я хотел вам пожелать, значит, дальнейшей активной работы. Вот, даже посидел, пообсуждали, в смысле, когда обсуждения были, видно, что это все, так сказать, на самом современном уровне. Ну и хотел бы пожелать и вам, и нашей лаборатории, Леонид Сергеевичу, активных разработок, новых публикаций, Леонид Сергеевич. Мы с вами всегда. Ура! Ура!